Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Задают мне иногда вопрос, где и что находится на нашем сайте. Периодически такие видео я записываю. На самом деле все очень просто. Значит, то, что касается непосредственно контрагентов. Обратите внимание, мы сейчас с вами находимся на странице номер 7 сайта. Раздел называется «Обследование». При наличии у вас логина и пароля к нашему сайту. У контрагентов они вписаны, эти логины и пароль, в договор. Соответственно, вы можете зайти на наш сайт под каким-то своим логином и паролем, который мы вам предоставляем. И, соответственно, вам становится доступен раздел номер 7. И, соответственно, в этом разделе размещены все те организации и предприятия, которым мы оказываем в данный момент услугу по дистанционным психологическим обследованиям. Здесь Авиакон, Викинг Сапплай, Вимавиа, ДМГ, Надым, Нефтегеофизика, НО, РАО, РосРАО, РосРАО Челябинск, это Санкт-Петербург, Спецатом Сервис, Сыктывкар, Тисю Группу, ЗГЦ, Урал АР, Уралпластик, Шлюмберже и 136 ЦББР. Работники, заходящие в этот раздел, затрудняются. Тут 15 контрагентов на данный момент, с кем мы работаем. Соответственно, они затрудняются в поиске своей организации. Все очень просто. Здесь организации расположены в алфавитном порядке. От А до Я. Соответственно, А, В, В, Д, Н и так далее, и так далее. До цифры 136. Соответственно, автоматический сайт их так располагает по алфавитному порядку. Соответственно, если у вас предприятие, значит, национальный оператор НО РАО, первый у вас национальный оператор Н. Значит, спецатомсервис, первая буква С и, соответственно, от А до Я расположение наших контрагентов. Вот, собственно, все, что я хотел сказать в этом видео. И это позволит, наверное, облегчить поиск вашей организации при прохождении работниками этой организации психофизиологических обследований. Заходите, авторизуетесь на сайте, вводите логин и пароль, открываете раздел номер 7, находите свое предприятие, нажимаете на него, и вам будет доступно программное обеспечение для дистанционных ПФО. Соответственно, при получении результатов от вас вы заходите в раздел номер 8. Давайте я в него зайду, загрузить результаты ПФО, пишите свою фамилию, имя, отчество, организацию, прикрепляете файл, архив, в котором находится вся папочка «Отправка» из вашего программного обеспечения и нажимаете «Отправить результаты». Здесь можно при необходимости что-то дописать, какие-то данные, информацию о себе. Рекомендую дописывать здесь свой email-адрес. Это оптимально. Мало ли придется как-то с вами связаться. Нажимаете отправку, и результаты у нас оказываются на сайте. Мы их берем, обрабатываем и, соответственно, оформляем вам справку по ПФО. На этом, пожалуй, все. И удачи вам!